многие годы, глядя из окон своего офиса на небоскребы Манхэттена, Дэвид Коэн мечтал о пустынных пейзажах земли обетованной. И вот, несколько лет назад, преуспевающий нью-йоркский аудитор осуществил свою мечту. Продал бизнес в Нью-Йорке, дом в Нью-Джерси и репатриировался в Израиль. В пасторальном Мадиине он поселился со своей семьей, а в шумном Тель-Авиве Дэвид открыл бизнес, которому давным-давно хотел посвятить себя целиком. I've been brewing as a home brewer back in the States for about 17 or 18 years now. As I was doing that over time, it grew from a very small hobby that I was doing on the side to something that started acquiring a lot more equipment. I started taking it much more seriously. Создавая свою пивоварню, Дэвид не собирался делать такое же пиво, которое давно варят во всем мире. Пусть даже оно будет вкусное и качественное. Да и с коммерческой точки зрения это было бы неоправданно. Ведь крупные израильские предприятия производят в огромном количестве пива популярных во всем мире марок. Идея заключалась в том, чтобы, применяя традиционные технологии, сделать совершенно новый, оригинальный напиток на основе природных материалов, растущих в Эрец Исраэль. И сегодня, можно сказать, Дэвид совершает в израильском пивоварении тихую революцию. In our pale ale and in our India pale ale, which we'll get to in a few minutes, we add silan, which is date syrup. Okay, so this is one of the sheva minim that grow here in Israel. It's something, dates are something that Israel is known for, and so it blends very well with that style, with those two styles, and yet it gives that style something very unique. Make after Sukkot with etrogim. We have a beer that we are experimenting with charuvim, with carobs. Кстати, почти одновременно с Дэвидом экспериментировать с пивом начали повара израильских ресторанов. Ведь пиво не только пьют, но также используют и в кулинарии. לא נראה לי למה בבישול האלכוהול קצת מתנדף, אבל מה שאני עושה לפני שאני מוציא אותי, אני אתן עוד טיפה בירה על מנת להגיע לאפקט הסוטרה. В свой суп Идо добавил светлый эль, который был сварен в пивоварне Дэвида. Кроме этого сорта, он варит еще три. Пшеничный хэфи-вид бельгийского стиля, темное пиво стаут и светлый индийский эль. It was a beer that was developed for English merchants and soldiers that were stationed in India, that the English needed to develop a type of beer that would be able to be shipped over to India and spend 2 months in the hold of a ship without spoiling. So they discovered that if they added more hops and they bumped up the alcohol on the beer, that it would preserve better on the voyage and it would be drinkable by the time it got to India. Всякий уважающий себя израильский любитель пива может отличить лагерь от стаута. Хотя в недавнем прошлом пиво в Израиле не пользовалось особой популярностью. Посетителям баров, по большому счету, было просто неважно, что пить. Ассортимент израильских пабов становится богаче. Досадно только, что при этом цены на пиво достаточно высоки. Бокал эля в Тель-Авиве стоит столько же, сколько, например, в Амстердаме или Берлине. А средний доход жителей этих городов намного выше среднего дохода израильтян. Может быть, поэтому мы так заметно отстаем в потреблении этого напитка. Чехи, например, выпивают в год 63 литра, британцы 100 литров, американцы 85, а израильтяне всего 15. Но Дэвид надеется, что вскоре мы, если не перегоним европейцев и американцев, то хотя бы приблизимся к ним. Is the drinking patterns of Israelis vis-a-vis beer seems to be changing. You go into bars here in Israel now, it's very common to see a whole slew of Belgian ales on tap. These beers are among the finest beers in the world that even in America would be very hard to find. Сейчас уже не важно, спрос родил предложение или наоборот. Пиво стало в нашей стране модным напитком, израильтяне научились в нем разбираться, и в поисках особенного вкуса еврейского пива все чаще приходят в пивоварню к Дэвиду Коэну.